Так, что же нам все-таки за посылочки тут пришли? Посылочки с Бакздрава. Потихоньку, потихоньку. Вытаскиваю потихоньку. Сейчас все покажу, ребят. Так, пенопласт какой-то. А, то что это, наверное? Коробочка. Так, что в этих коробочках? У нас всякие-всякие закваски, да? Поэтому сейчас мы с вами, ну не сейчас, а вообще в ближайшее время наша задача испытать, опа, испытать все эти заквасочки. Посмотрим сейчас, какие тут нам прислали закваски. Сейчас я их все вытряхну. Уж не помню, сколько там и какие. Так. Хорошо, пока нравятся, да, всякие? Штучки. Штучки такие. Опа, папа, не, пожалуйста, упала одна коробка. Мама! Бумажка от Кирюши. Так, что у нас тут всякие? Вот, это еще. Сыры, это для сыров. Ферменты. Ферменты. С ложкой. Ложечка есть даже, ферменты. Ничего себе. Ой, мама, ой, ой. Ой-ой-ой, смотрите, сколько много будет у нас всяких вкусняк. И кефир у нас тут есть. И сыр, сучужный препарат. Слим. Мам. Ой, какая ложечка, смотрите. Ай, какая хорошая. Ай, какая клевая. Масенькая такая. Да, сэ? Маленькая ложечка, да? В таком мешочке. Что тут написано? Так, ладно, посмотрим. Сметана, ряженка. Еще что-то. Закваска. Так. Кефир мы уже видели. Такая вот. Так, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Где-то вроде так, я правильно посчитала. Если считаю, то, что Кирюша успел то, что я насчитала, уже куда-то деть. Да. Так, смотрим во второй посылке, что у нас тут. Алиэкспресс нам то, что мы заказали, прислал. А, это зарядный у нас на ноутбук. У нас тут все полетело. Кстати, пап, надо картридер заказать, попробовать налить сейчас. И вот такой зарядный у нас. Совсем полетел. Тоже заказали на Алиэкспресс. Родной давно сломался. На Алиэкспресс заказали, он поработал пару месяцев, сломался. Заказали вот еще один. Ну, как-то так.